Приветствую, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Ангел Рок. И мы продолжаем играть в игру Вирджиния. В последней серии мы закончили... закончили на самом интересном. Я ж себя возненавидел на том, что я закончил на том моменте. Вот, мы продолжаем. Мы, короче, приняли какой-то наркотик. И у нас потихонечку накатывает. И крыша-то едет. Вон, смотрите, у нас все плывет. Мы, короче, вернулись в ту пещеру, в которой была база. Ну, это в приходе в нашем. И идем по пещере. Кстати, я что-то не осмотрел внизу, ну, под ногами. Может, там что-то было? Ё-моё, как нам... Хорошо, да? Опаньки, а тут большая пещера уже. Вау. Жуткая голова. Я боюсь к ней подходить. Вот там ящик какой-то. А здесь пусто. Хорошо. Давайте по доскам пройдем. А это наша голова-то? Да, смотрите, прическа-то наша. Ну нахер, давайте мимо пройдем. О, реально жутко. Так. Спускайся. По коже идут. На голове волосы дыбом встали. Так, давай, открывай. И будь что будет. Темно. Не надо вот скримеров мне, пожалуйста. Что за вообще? Не понимаю. Я понимаю, конечно, что это приход. Но... Вообще офигеть. Охренеть. Так. Чё за... Япона мать такой вообще? Вы чё, его в жертву хотите приветствовать? Не надо, пожалуйста. Ой-ой-ой, не надо, пожалуйста, нет. Стой. Вы что стоите-то, смотрите? А каким образом я здесь оказался? Это мачта, да? Угу. Это Рея называется. Так. А ты у нас... Ага, понятно. Ну давай сюда подай. А, так это от него... Я надеюсь, ты ломать не будешь, да? Ты зачем сделала это, ё-моё? Извини, пожалуйста. Пожалуйста, извини, я нечаянно. Я не... Да, блин, я аж нечаянно. Харли Тафт. Хотя, скорее всего, что-то случилось. И что там? Кто там? Тот мужик сидит.
прям накатывает и накатывает вообще. Непонятно. Пей кофе. Может, отпустит. Не, ну зачем? А, пусто. А, это вон кто. Это теперь нам показывает историю всех людей от... Ага, привет. Какая маленькая. Или маленький. Эй, тихо. Что? А. Это его сын, походу, да? Так, покушаем. Горошек. Горошек, это хорошо. А, здравствуйте. Ты секретарша наша, да? А у них что, были какие-то отношения, что ли, или что, или как? Какого хрена? Воу! У меня все связалось, все понятно. Он за... А, черт. Ну, я подозревал, конечно, его. Так, а там? И все об этом знали? Ё-моё, не вытаскивай, не надо. Нет, не трогай. Наша маска. Офигеть. Вот это развитие. Вот это развитие. Все повторяется вновь и вновь и вновь и вновь. Ключ от чего? Смотри, у него руки трясутся. Что это за дверь? Хорошо, ты только держись. Я пойду проверю. И смотрите, сундучок. Так, здесь у нас... Блин, нет, не буду отвлекаться. Нафиг. Сломала, ну ёперный театр, ну как так-то? А, ну хоть открыла. Ключ, скорее всего, уже старый был. Воу. Wow.
какой-то подвал. Угу. Так, нам, скорее всего, сюда, да? Ты что-то сжечь решила? В смысле, а посмотреть? Что там? Ну, ё-моё. Посмотри. А можно как-то нет? Посмотри, что там внутри. Открой крышку. Да пипец, блин. Птичка там была. Че, куда они смотрят наверх? Что? Воу, там кто-то стоит, кто-то жуткий. Так, можно я назад пойду, пожалуйста? Нет, нам не дают. Ладно, пойдем вперед. Кто-то там стоит. Мальчик, Лукас, ты? Какого хрена? Я надеюсь, это приход. Ты не подходи. А кто эта девочка? Или мальчик? Нет, это девочка, смотри, в юбке. Стой! Давай за ним. Он дальше побежал. Так, хорошо. Так, давайте туда. Куда он залез? Так, чё. Офигеть. Она вернулась. Я... Я-то предполагаю, тут показывают именно вариативность, то есть, что могло бы быть. Как неправильно поступать, как правильно поступить. Что было бы, если бы мы так поступили, что бы было бы, если бы мы... по-другому поступили. Мальчик. Нет, это не мальчик, это гитарист. А нет, мальчик, смотри. Смотри, мальчик. Офигеть. У меня мурашки по коже идут. Офигенно. Ничего не понятно, но игра охрененная. Музыкальное сопровождение просто делает игру. Минималистическая вот эта вот графика сделана просто на ура. И вот эти сцены, постоянно меняющие и неожиданные повороты, прям вообще взрыв мозга делают. Я в восторге. Я просто в восторге. Охренеть. Надеюсь, вам тоже понравилась эта игра. Мне она очень понравилась. Ничего не понятно, но очень понравилась. Если вам не понравилось, то отпишитесь в комментариях, почему она вам не понравилась. А если понравилось, то опять же отпишитесь, почему понравилось. И поставьте лайк, я думаю, я заслужил это. Ну так, не стесняясь этого, да? Ладненько, всем пока.
С вами был Ангел Рок. Всем удачи!